Республиканский бизнес-инкубатор – универсальная площадка для запуска и развития собственного бизнеса. Здесь на бесплатной основе разрабатывают бизнес-планы и технико-экономические обоснования, оказывают консультации по вопросам ведения бизнеса, проводят семинары, тренинги, лекции, конкурсы как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. С этого года Республиканский бизнес-инкубатор совместно с Минэкономразвития Чувашии реализуют региональный проект «Популяризация предпринимательства». Его ключевая задача – вовлечь в предпринимательскую деятельность населения Чувашии. От проводимой работы ожидают большого эффекта, ведь это задел на будущие годы. Проект «Популяризация предпринимательства» в первую очередь будет интересен молодым и начинающим предпринимателям. То есть они поймут, каким образом смогут реализовать свои идеи, обменяться положительными практиками с уже показавшими свою эффективность, успешность предпринимателями. Я предлагаю молодым начинающим предпринимателям следить за новостями и принимать в них участие. Участников регионального проекта обучают основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, помогают выбрать бизнес-идею, сформировать бизнес-план, развить личностные качества. В образовательной программе открытые уроки с участием предпринимателей, деловые игры, конкурсы, форумы – все то, что необходимо для успешного стартапа. В рамках проекта опытные капитаны бизнеса становятся наставниками для тех, кто только планирует открыть свое дело. Сейчас мы молодежь и кадры будем уже обучать этому с нуля, то они уже будут в дальнейшем уже смотреть, куда идти, как действовать и какие есть варианты для развития. Сейчас все больше, больше, больше будет молодежь вовлекаться в это. Да, я думаю, сфера малого и среднего бизнеса, она немножко помолодеет. В принципе, я думаю, что для нашей республики, для Чувашии, это очень большой шаг в будущее получается. Вот то, что мы еще сегодня делаем. Для молодежи от 14 до 17 лет предусмотрели и индивидуальные программы. Фабрика предпринимательства «Дети» и азбука предпринимательства. Обучающие тренинги для ребят проходят в Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше. И это очень перспективно сейчас, поскольку можно развиваться в абсолютно любой сфере деятельности. То можно хорошо в этом разобраться и быть уже, как говорится, как рыба в воде. Очень много обучающих семинаров, обучающих мероприятий, потому что это тоже одна из проблем, еще раз повторюсь, да, как правильно организовать свой бизнес, чтобы начать свое дело. Немногие на это решаются. И вот этот проект, как раз региональный проект по популяризации предпринимательства, он и призван, чтобы вот эту вот предпринимательскую активность нашего молодого поколения активизировать, взрастить. Предполагается, что в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в этом году примут участие более 3000 человек. Основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в республике обучат не менее 649 человек.